Всем привет, ребят. Риолинда, Калифорния. 2 января 2021 года. Сегодня видео у меня из раздела «Узнал сам», «Поделись с другим». Какая ситуация у нас случилась? Мы купили новый телевизор Smart TV фирмы TCL, называется. Наверное, какой-то китаец. Хороший телевизор, очень классный. Всем нам нравится. За исключением одной вещи. Ну, я как бы обнаружил то, что у этого телевизора нет опции браузинг. То есть я с него не могу выйти просто в интернет и найти нужный мне сайт и посмотреть фильм на том сайте, знаете. Из тех брендов, которые я как бы... начал следовать эту тему, то только обнаружил эту опцию у Samsung, которая намного дороже. И, казалось бы, что тут такого, знаете, мы до этого использовали другой телевизор как монитор и пользовались в этом случае обычным компьютером вот этим домашним. И, я подумал, просто подключу этот компьютер к новому телевизору и все, и буду пользоваться уже новым телевизором в таком же формате. Но да не тут-то было, ребят. Дело в том, что у новых телевизоров уже нет разъема компьютерного VGA. Покажу, как он выглядит, да, если кто не понимает, о чем я говорю. Вот VGA, вот это старый, компьютерный разъем обычный. Его здесь нет, видите, на старых телевизорах они были, здесь нет, здесь только HDMI. Опять подумал, что тут такого, куплю адаптер. Сначала купил подобного вида адаптер. Подключил, сигнала нет. Подумал, бракованный адаптер, бывает. Купил уже кабель, минуя адаптеры, купил кабель, у которого один разъем компьютерный VGA, а второй конец у него уже HDMI. Подключил, сигнала нет. Решил более глубоко уже исследовать эту тему и наткнулся в Ютубе на видео у человека, англоязычное видео, в котором он рассказал вот об этом конвертере. Оказывается, ребята, тут не обойтись просто переходниками, тут нужен конвертер, который конвертирует сигнал с одного формата в другой. И вот он вот так вот выглядит, стоит эта вещичка... В пределах $11-10 на Амазоне, пришла быстро. Выглядит как будто бы это обычный адаптер, да. Это не совсем так. Я сейчас покажу и объясню почему. Вот наш компьютер. Видите? Вот он наш адаптер. Вот он наш адаптер, вернее конвертер. Видите, здесь у нас выход уже HDMI кабель. А здесь у нас, с этой стороны у нас... VGA разъем, да, стандартный компьютерный разъем, вот он. И еще два разъема здесь, ребят. Один разъем — это у нас звук, обычный, да, штекер. И вот он, здесь он входит сам конвертер, а здесь входит компьютер, как обычно, да, гнездо обычное. Вот сейчас покажу. Это одно гнездо, один разъем. А второй разъем у нас — это питание. Это питание конвертера. Здесь оно подключено к самому конвертеру разъем, а здесь он запитывается к компьютеру через USB. И вот только в таком случае у нас все заработало. И вот смотрите, сейчас уже у нас телевизор работает как скрин, и мы выходим в интернет, ищем то, что нам нужно, и используем его уже как большой монитор. Все, всем спасибо за просмотр. Бай-бай.